Друзья, всем привет. 26 сентября 2021. Курьянова. Так, что же выбрать? Возьму-ка я с собой тролля. Ванкиш тысячный. И шнурок дайва Кабиджин 0.15. Есть, мочил. Ну это какой-то опять жерех, что ли. Какая-то стремительная рыбеха. Крючок там у меня, по-моему, 16 номер. Я, так сказать, не знаю всех его возможностей. Поэтому сильно он тоже не дотягивает. В принципе, он 1,3 килограмма держит на разрыв, этот мой 15-й. Да, его гекобиджин. Да нет, вроде рыба не очень большая. Такой ничегошный. Померим. Так, 805. Подсак сотку, соответственно, 700 грамм. Пойдем, спасибо. Потребуется явно реабилитация. Долго приходит в себя, но вот я вижу, что все у него навалилось. Спасибо. Давай. Ох ты. Ох, какой красавец. Тройники засели хорошо. О, какой красавец. Это килошка, да? Не, всего, ну, всего 875 с подсаком. Подсак 130. Так. Да. Нифига себе. Жерех.